Всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем изучать остеологию. Остеология – это наука, которая изучает кости. В течение жизни у человека формируется более чем 800 костей. Внутритробно – 270, остальное – после рождения. Кости вместе с их соединениями в организме человека составляют скелет. Функция скелета. Опорная функция. Выполняется костями, конечностями, костями туловища. Локомоторная функция – это перемещение тела в пространстве. Защитная функция – кости черепа, кости туловища, кости таза сохраняют и защищают органы. Кровотворная функция – в трубчатых костях имеется красно-костный мозг, который вырабатывает форменные элементы крови – эритроциты, тромбоциты, лейкоциты и другие. Участие в минеральном обмене, так как в костях имеется много кальция и фосфора. Кость. На латинском будет ос. Это орган, являющийся компонентом системы органа опоры и движения, имеющий типичную форму и строение, характерную архитектонику сосудов и нервов. Построен преимущественно из костной ткани, покрыта снаружи надкостницей, содержащей внутрикостный мозг. Надкостница, периостиум, представляет собой тонкую прочную пленку, построенную из плотной соединительной ткани, покрывает кость снаружи. Функция надкостницы, он участвует в развитии кости, рост, толщину, а также питание кости. Преимущественно все кости имеют суставную поверхность для соединения с другими костями, которые покрыты суставным хрящем. Костный мозг, он бывает красный и желтый. Красный костный мозг бывает у новорожденных, на латинском medulla ossium rubra. У взрослых частично он желтый, потому что со временем он из красного превращается в желтый. Преимущественно он состоит из жировой клетки. На латинском будет medulla ossium flava. Изнутри краснокостный мозг покрыта специальной оболочкой, называется эндоста. На распиле кости состоятся из двух видов вещества. Компактное вещество, субстанция компакта. Оно покрывает эпифиз трубчатых костей, состоит из костных пластинок, которые близко находятся друг к другу. Из компактного вещества построен диафиз трубчатых костей. Второе. Это губчатое вещество, субстанция спонгиоза. Представляет собой редко расположенные костными пластинками, содержит краснокостный мозг, из него построена эпифиз трубчатых костей. Структура функциональной единицы кости является остеон. Он придает кости прочность. Или его также называют гаверсова система. Представляет собой концентрично расположенные костными пластинками или гаверсовыми пластинками, которые в виде цилиндров разного диаметра, выложенные друг на друга, и окружают гаверсовый канал. Между остеонами расположены вставочные или промежуточные пластинки. Они идут во всех направлениях. Диафиз трубчатых костей представляет собой полуорган, стенками которого является компактное вещество, а в полости находится краснокостный мозг. Эпифиз – встроенный из губчатого вещества, их пластинки расположены упорядоченно. Химический состав кости – 50% кости составляет вода, 16% жиры, 12% это органические вещества, которые называются осеин. Это белок, состоящий из разновидных коллагена, который образуется из остеобластов, это клетки кости. 22% составляют неорганические вещества, в основном солями кальция и фосфора. Кости формируются на второй месяц внутриутробной жизни. Сейчас будем обсуждать классификацию костей. По расположению кости черепа, кости туловища, кости конечности. Кости черепа, в свою очередь, разделяются на мозговой и лицевой части. Они также бывают первичные и вторичные. По форме и строению кости разделяются на трубчатые, плоские, объемные, смещенные. Трубчатые кости делятся, в свою очередь, на длинные и короткие. К длинным трубчатым костям относятся плечевой, бедренный и ключица. А коротким – кости плюсны, пясти, кости фаланги пальцев. И объемные кости, и смещенные кости – это кости позвонков. По развитию бывают первичные, которые развиваются из соединительной ткани, и вторичные, развиваются из хрящевой ткани, и смещенные, то есть из соединительной и хрящевой. Всем спасибо за просмотр, поставьте лайки и подпишитесь на мой канал, будет интересно.